Очень трудно. Че, дядь Жень? Но останавливаться нельзя. Отдыхаем. Дай руку, брат. Давай. Я с вами до конца. Вдоль реки. Погода портится, но мы успеваем дойти, пока не начался дождь, снег. Здесь горячие источники, но на них еще 2 часа идти. Ходжи-Хасан называется место. Фух, я уже устал, мне хотя бы до Парьё дойти. Так что мы идем. Дорога. Никто за тебя рюкзак не понесет и шаги не будет делать. Жалко, нет попить. Наверное, было бы легче. Никто меня не ждет. Сами видите, они дают темп, и мне остается только за ними ускоряться. Ну что ж, придем посмотрим, куда нас судьба занесла и что нам предстоит испытать и увидеть. Один проводник, один гид ушли далеко вперед, но мы немножечко устали. Все-таки физическая подготовка жителей города и жителей гор отличается в разы. Ну ничего, вот сейчас минутку мы отдохнули. Умед показывает, что надо идти аккуратно. Знаю, Умед, знаю. Сам боюсь. Слова без запасов, чтобы описать эту красоту. Реально. Мы уже где-то 1.5 часа идем вдоль реки. Моментами дорога такая ровная, спокойная. Моментами по тропе крутой. Вот тропа у нас. Джурабек очень... Вот наш самый главный проводник Джурабек. Он не устал. Он полон сил. Горный человек, да? Ширкенский парень. Вот так вот. Ну, нам уже с Умедом тяжело. Где Парьё? Давай, показывай. Я уже не могу.